Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. В сегодняшнем видео мы с вами распакуем адвент-календарь «Антивозрастная косметика» от Art & Fact. Я заказала его на сайте Озон. Все буду вам писать, сколько что стоило. Платил я по карте Озон, ну то есть это счет там они открывают. Вы переводите со своей карты некоторое количество денег, которое вам нужно на траты, и пользуетесь. Тогда у вас дополнительная скидка идет, хорошая, надо сказать. И со всеми скидками и промокодами тоже вам их оставлю, вдруг еще работают. Мне вышел этот адвент-календарь вот в такую сумму, в общем-то небольшую. Должна вам сказать, что бренд Art & Fact у меня вызывает двоякое чувство. С одной стороны, вроде бы это интересные составы за небольшие деньги. Как я поняла, они пошли по идее The Ordinary. Есть еще Livrana, Trual Chain у нас, да, по небольшим ценам, также активные составы. Но, как мне кажется, поинтереснее, конечно же, Art & Fact с точки зрения комбинации активных компонентов. Реклама у них странная, вызывающая. Это уже вопрос не к химикам-технологам, что само собой разумеется, а к маркетологам. То есть, почему они выбирают хайповать и выпускать продукты, о которых потом будут ходить легенды, скандалы и так далее, потом снимать эти продукты с рынка, потому что там запрещенные якобы вещества, что, скорее всего, даже, может быть, и не так, моя версия. Но да, это странное ощущение рождает, что очень хочется продвинуться на рынке. Рынок действительно довольно-таки плотный уже антивозрастной косметики сейчас. И кто-то выигрывает составами реальными, настоящими, кто-то хорошей упаковкой. И, в общем, всех, конечно же, разные преимущества. Ну, давайте посмотрим. Я пока вот Art & Fact практически ничего не пробовала. И мне, конечно же, хочется сложить свое собственное мнение. Ну и, понятно, была выгода в этом адвент-календаре довольно-таки хорошая. Думаю, что если вы будете приобретать для подарка, вы найдете и более красивую открыточку, но на всякий случай, видите, вот они вкладывают кому, от кого. И коробка очень интересная. Вот это наклейки из бархата. Такая вот она необычная. Ну, хорошо, что можно потом вот этой металлической шкатулкой пользоваться. Вот так это все выглядит. Тут, естественно, все продукты указаны по списку. И вот такие упаковочки, то есть каждый продукт в своей коробочке. Я люблю именно вот такой вариант, потому что можно разделить на подарки. Если вам что-то не подходит, то уже здесь в красивых упаковках подарочек. Обещается, что тут будут все полноразмерные средства. Ну, давайте начнем. Так, что это? Это у нас, как я понимаю, какое-то средство для губ, да, увлажняющая сыворотка для губ с лецитином, пантенолом, гиалуроновой кислотой и алоэ вера. Интересно, что выбрана вот такая упаковка именно для губ. Мне казалось, что логичнее будет вот такой скошенный, да, носик. Но, может быть, это и удобно. Ничего похожего я не пробовала. Обычно использую какие-то более такие силиконистые средства для губ. Здесь прям в формате крема сыворотки, ну, надо пробовать, конечно же. Губы у меня сухие. Посмотрим, как это будет работать на сухих губах. Номер 2. Здесь какая-то сыворотка. Антивозрастная сыворотка для сияния лица с экстрактом облепихи, ниацинамидом, аллантоином и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Это стекло. Просто оно крашеное в белый цвет для того, чтобы оно стало светонепроницаемым. Конечно же, если вы что-то уже пробовали или постоянно пользуетесь и вам нравится, обязательно советуйте нам. Я думаю, для всех будет полезно получить какие-то отзывы в комментариях. Номер 3. Тут крем какой-то. Антивозрастной крем вокруг глаз с матрексилом 1%, лецитином 8,7%, фосфолипидами и соевым протеином. Какое-то, знаете, у меня такое ощущение, что в косметичке или в каком-то адвент-календаре мне похожий крем попадался. Или другой, может быть, надо поискать, посмотреть, что есть у меня сейчас. Что-то вот одно у меня есть, вот Art & Fact.
случайно ко мне пришедшая. Ну, интересно, буду пробовать. Сейчас хочу вместе с вами посмотреть, что за текстура этого крема. Ну, тут такие упаковки в этом смысле правильные. Можно попробовать и не особо опасаться, что крем потом испортится, потому что все в вакууме. Ну, довольно-таки легкий крем. Хорошо, если питание будет оставлять на коже. Давайте посмотрим. Запаха совсем никакого нет. И видите, он вот такой белый цвет дает, пока не впитается. Может быть, белесость. Ну, кожа такая приятная. Как будто бы, знаете, после силикона или коллагена остается такая вот пленочка, которая дает ощущение, что кожа сглаженная. Но будем надеяться, что это не только физический такой эффект, декоративный. Четвертый номер здесь. Антивозрастной омолаживающий крем для лица с коллагеном, центелла азиатской, хорошо, спирулиной. Ну что, замечательно. Давайте тоже попробуем, раз уж упаковка такая подходящая для этих целей. Для целей тестирования. Ага, но спирулину ее видно. Видите, такого цвета немножко зеленовато-сероватого становится крем. Это всегда так, когда добавляются водоросли в состав. Запаха практически нет, но может быть чуть-чуть водорослевый какой-то такой зеленая нотка присутствует, но не слишком сильно. Пятый номер. Вот он, достаточно большой. Обман. Обман. Так, ну... Сыворотка, да? Так, тут что-то с молочной кислотой, по-моему. Да, пилинг эксфолиант для лица с голубым ретинолом 3%, пантенолом и молочной кислотой. Не пробовала пока еще голубой ретинол. Обязательно нужно будет протестировать. Ну, такие вот баночки я по понятным причинам не открываю, потому что туда сразу же попадает воздух, но будем пробовать, когда дойдут руки. Номер 6. Так, тут у нас антивозрастная сыворотка для лица с ретинолом 1%, обычный уже ретинол, ниацинамидом 4% и скваланом 7%. Я вам говорила уже, да, для чего сквалан добавляется, потому что ретинол может подсушивать, и это нормально. Ну, на всех на самом деле по-разному, но в основном подсушивает кожу. Но он же ее и сильно хорошо очень обновляет. Поэтому придется тут уж потерпеть, перейти на более питательный уход. Но сейчас уже производители не делают практически отдельно один ретинол с какой-то легкой увлажняющей базой. Везде добавляется сквалан или какие-то масла, которые сразу же попутно липидный баланс восстанавливают кожу, и она не сохнет. Так, номер... Ой-ой-ой, седьмой. Тут такая большая упаковка, наверное, пенка, я так думаю, для умывания. Давайте распакуем ее. Да, тонизирующая пенка для умывания для всех типов кожи с витамином С и комплексов мягких ПАФ. Это хорошо. То есть это пенка, которая не должна сушить кожу. Я как раз таки люблю, чтобы ПАФы были мягкие. Ну, у нас большой очень номер 8. Тут, наверное, тоник. Увлажняющий тоник для лица с витамином С, мочевиной. Это увлажняющий компонент для уменьшения пигментации. Очень интересно. Ну, я не надеюсь на тоники в части уменьшения пигментации. Да, все-таки это должны быть какие-то более серьезные комплексы. Но если вы используете целый комплекс средств, то, конечно же, тоник тоже не помешает. Он только в плюс. Номер 9, всего у нас 10, тоже баночка, она запаяна, но, по крайней мере, хорошо все видно, поэтому снимать пленку не будем. Очищающие, укрепляющие пэды для лица. Я люблю вот такой формат, когда не нужно открывать баночку и тоник наливать, когда вам нужен очень-очень быстрый уход. Ну и, как правило, пэды такие двусторонние, они более шершавые, такие ребристые с одной стороны, более мягкие с другой, то есть еще и эксфолиацию проводите, это всегда очень удобно и приятно. Что здесь? Увлажняющие пэды для лица с экстрактом прополиса, это то, что успокаивает, салициловой кислотой.
ну и гиалуроновой кислотой для увлажнения. Салициловая кислота работает хорошо на коже проблемной, ну и обычной коже периодически не помешает. Раз в неделю, например, можно использовать просто в качестве профилактики. Ну и последний, 10 номер. Надеюсь, что-то будет интересное. И тут тоже баночка. Так, ты где? Название? Ты где? Ой, какое мелкое название. Ничего же не видно. Вот с этой стороны название все нашла. Значит, что это? Интенсивно увлажняющая, восстанавливающая маска бустер для лица с комплексом аминокислот и растительных углеводов. Это, конечно, очень мелкая инструкция, я прочесть не могу. Наверное, с лупой нужно будет. Хорошо бы было так, чтобы эту маску не нужно было бы, у нас одни бы, да, смывать. Ну, просто, правда, я не знаю, как ей пользоваться. Обязательно нужно будет заглянуть и разобраться. Если уже пользовались, напишите. Так, вот все наши с вами находки. Все, что мы смогли добыть из этого календаря. Что интересно для меня лично, конечно же, это сыворотки. Обязательно я с удовольствием попробую. Любопытно узнать, как работает крем вокруг глаз. По поводу всяких средств для губ я сильно сомневаюсь, что они для сухих губ действительно подходят. К пилингам я спокойно отношусь, потому что у меня их достаточно много в запасах. Ну, а что еще? Да, пэды. Пилинг-пэды – это удобный вариант, поэтому я их больше люблю, даже чем пилинги в баночках. Но я все пересчитала, и несмотря на скидки, большие довольно-таки, поэтому у меня получилась вот такая выгода от этого календаря. Несмотря на все скидки, она есть, она хорошая, более 1000 рублей. Думаю, что может быть даже сейчас и больше будет скидка, но не знаю. Я вам всю информацию оставлю. Тот промокод, которым я пользовалась, так что если кто-то хотел попробовать, то вы теперь это сможете сделать. Ну и теперь приятное время, время розыгрыша призов от бренда «Крымская натуральная коллекция». Это линейка со стволовыми клетками, очень активная косметика. И, честно сказать, я горда за то, что россияне производят вот такие интересные новинки и что-то совершенно необычное. Мы разделим между двумя победителями. У нас 9 участников, то есть это все, кто хотел принять участие, принял. Все, кто ответил на вопрос, рассказал о своем интересном отпуске, о какой-то грустной или веселой истории, которая с ним случилась. И теперь мы отправляем все эти 9 фишечек, отправляем в косметичку, перемешиваем, и мы узнаем очень скоро 2 победителей. Итак, все свои номера знают, но я еще буду выписывать, да, кто победил, чтобы вы видели. Номер 3. Кому он принадлежит? Из Чапаевска, Самарской области, Angel. Ну, замечательно, я вас поздравляю, к вам поедет замечательная косметика в подарок от бренда и от меня, так как я отправляю за свой счет. И теперь второй номерочек, нам нужно найти 2-го победителя, и это будет, ох, как интересно, 2 и 3, номер 2, Виктория Елисеева из города Брянск. Поздравляю вас, Виктория, вы выиграли косметику, что-то новенькое для себя попробуйте. Вот, поздравляю еще раз победителей. Спасибо огромное за ваше внимание, за то, что вы были сегодня со мной. Пишите, что вы пробовали из косметики, о которой мы сегодня говорили. Ну, а я буду с вами прощаться и желать вам всего самого-самого доброго. И, конечно же, не забывайте, будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся! Thank you.